Давай, давай. Вот эту хуйню, да, все будет медленно. Подберешь, я положу. Можешь попробовать его? Положил, я положил. Вон, вон, вон. Ай-яй. Ботл дай, да? Дал, дал, дал. Не дал ботл, где ботл? Я дал за тебе? Нету ботла. А ты, его, не бьете? Ты его положил? Дума нет внизу, Ливераторс. Лёрик без рекарнации сейчас. Убивайся. Лёрик, Лёрик. Я через базу на ульте приду сейчас к вам. Чаржа есть? Меня поймали. Блин, у меня ульта сейчас будет, я не доживу, походу, да? Да, я лечу. Ну что, ребята, начинается у нас ESTL геймы. Это у нас первая игра. Не знаю, сколько игр я отпишу. Я здесь чисто зашел за фан. Как говорится, за контент, ребятки, поиграть. И посмотрим, что из этого выйдет. Тут собраны у нас огромное количество челов, все разные личности, разного уровня игрового. Но в целом игры должны быть очень интересные. Это, можно сказать, самые лучшие игроки, которые есть на Айкапе. Они здесь все собираются вот в этих играх, которые сейчас буду вам, так сказать, стримить, показывать. Ну и, конечно же, будут тут войс-игры. Как уже писал ранее, да, на дисклеймере тут будет, скорее всего, много мат, потому что, в принципе, ребята в войсе не думают, что будут следить за речью, да, потому что, ну, к сожалению, ну, вот так вот, вот так. Сейчас мы проэспешимся и пойдем, пойдем в войс с моей командой, с нашей командой, в команду, в которую я попаду. Вот, и это все будет у нас в Дискорде, естественно, с войсом будут игры. Кто будет пикать, не знаю. Я, если сейчас не пикер, опять-таки, повторюсь, здесь чисто по фану сбор. Ну и, конечно, надеюсь, вам эти игры понравятся. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. И двигаемся, двигаемся. Пока ждем. Так, СПшка сейчас будет, 3 СПшки. 3 СПшки, первая конфа. У нас будет, погнали в первую конфу. Первая конфа, гейм 2. Гейм 2, первая конфа. Sentinel. Здорово, пацаны. Привет. Здорово. Здорово, пацаны. Здорово. О, брат, где? А кто там на каких ролях? Интересно. Мне все равно, если честно, на чем. Я на четверке могу отыграть. 3-4-5. Так, а по... Вышел, а кто был сам вообще? Так, топон я знаю, топу знаю. Я, ну скажи что-нибудь. Да-да, я. Все, так. Кто SF ебашер, да? Да. Ебать у нас полно, да? Так, кто вот задер на ком, блядь? Тут надо пусть по героям бегать, но. Знаю, я на джагере, блядь. Че, можем сыграть в жид, типа пифлорда, джангера, веники, такую грязь. Ну, на пите, если что, могу тройку оформить. Типа, там от скилла мало что зависит, просто ауры собрать, типа, и лени не проебать, и все, они кучу сделают. На эссе пикать могу сыграть. На селедке, на эссе. Ну, я понял. А больше плюс-минус все на всех, типа, играют. Ну да. Ну да. Все тогда. Что, мне ФБ? Хотя давай подумаем, если на пуш насчет хусика баним или пикаем. А, мы его обосыпаем, если на хусик. Мы его живем задавим просто. Хусики вообще не живут против там питлордов, типа, блядь, такой хуйни. Не, ну он на лайне, типа, может поднапрячь. Да, хуй, да, все это. Хорошо. Аншпун.
Ага. Он спидлоудом пусть... Либо я его баню, либо мы его меняем на Феникса. Плюс если у нас есть рабочий Феникс, то это замечательно. Я могу сыграть. Феникс, а спит, без разницы. Отлично, тогда вообще... Не знаю, ты смотри сам. Битлорд такое себе, может что-то порезать. Я резака возьму просто, если там битлорд будет. Буду ебать его всю игру. Лады. Ну, если что, я могу на Тине в мид выскочить. Тине тоже оставим. Ну, я пока не баню ничего. Да, не торопимся. Ну, могу Хусику убрать, чтобы не заебал, да. А инвокер? Да, он тут уже выпал из меда. Типа уже все плюс-минус научились играть там. Просто хуй на него забиваешь, когда он идет базу дефит, забиваешь его. Так, они петлов даст. Я бы взял... Драгер норм яйцо бить. Ну да, потом можно взять. Я бы взял петлов шейкер, чем так говорить. Да, петлов шейкер нормально вроде заходит. Ну он доберет, ну он кунку доберет или же селедку. Да, похуй. Что, все согласны, берем? Да, нормально. Мы кунку не боимся? Да, не-не. Там селедка, скорее всего. У меня в этой версии вымораживают, блядь, тускары или и командоры. Слишком какие-то, блядь, сильные. Ну, тускар, да. Там, короче, копс с райдером, если убить пару раз, они будут высоситься, и все, игра наша. Найс стратегия. Ну ты же знаешь, да? На него нужно давить. Просто ебашим. Папс-то вообще бот. Два лолбек, конечно, там для связки. Но их можем в чат просто писать, загрить их, типа, а не потерять. О, нихуя себе. Вайпер, бля, мерзкий. А вайпер хуйня. Ну, на лайне против него, блядь, не особо ты повыебываешься. Ну да. Петлом доставишь в мид. Ну. Так, мы на арбух, да, идем? Или... Может, нам виномансера какого-нибудь. Может, кстати, веника. Ну, если мы будем давить, то веника норм будет, мне кажется. Так, подожди, давай подумаем, что им надо какой-то жирный станер. Я бы забанил, может, тусика какого-нибудь и бару. Бара петлорда хуйня. Селедка еще есть. Кунка есть. Вот кунка под вайпером, конечно, сильно. Давай в натуре забаним усатого. Хотя, подожди, наш будет пик. То есть, смотри. Усатого уберем. Я бы магичек стилы банил, чтобы петлорд нормально себя чухал. А думы они могут вообще, как думаешь? Да, могут. Да, ну, всех героев все равно не забанишь. Ну да, так ну, просто так, чтобы нам было... А кого ты хочешь сейчас убрать, кунку или селедку? Я вот думаю, можно селедку брать, кунку взять вообще нам. Кунка шейкер. Селедку убери. Ну не хочешь нам вивера добрать? Он забанил. А, забанили. Да, только что забанил, да. Селедка норм бан. Ну да. Да, норм. Тоже плюсую. Ну давайте. И кунку да возьмем? Ну а хули нет? Не возьмут. Давай, поехали. Сейчас веника еще возьмем, мид нахуй. Да, веника такая грязь в последнее время. А у нас есть виномансер рабочий? А что там, блядь, меч ставить, ебаш? Даже я могу сыграть. Не, я не умею играть на этом. Там, блядь, нужно давить, блядь, без закрытия. Тяжелый, да, герой, согласен. Не, герой-то он легкий, но чтоб, блядь, конкретно выиграть, надо на нем поигрывать, чтоб геймплей был. Ну, вообще еще найс неплохо, все это пиздец. Да. На сларка похуй, мы его задавим кораблить, блядь, лорда. Ну, они могут Легу взять, нет? Да? Ну, вот у нас первый герой, он, блядь, просто ебай, ебаный. Когда он все стилы себе качает, там минус урон, блядь,
Аура. Какие дуэли, какая разница, там будет и крейсер прилетит, и фиссура, и забор, все что... Пускай берет, нам, мне кажется, даже это на руку будет. А ты нам сейчас петлом-то хочешь поставить? Ну, сейчас посмотрим, что не важно, Петал харду по-любому. Плачок. Да, на лайф вообще неплохо. Ну, ну, я думаю, если мы хотим виномастера, то надо брать его прямо сейчас. На мид ставим его эпоху, да? Ну, давай, ну, да. Постоит против вайпера. Тут постоит. Там против вайпера тяжело будет. Змея бьет, красивый вайпера. Заражает веника. Ну, тяжело. Венику левел надо пока что, а не ломать. Ну да. Потом, когда мы вместе соберемся, вот это уже будет огневая мощь. Угу. Да. А где он? Я не могу найти. Агилити его за спектры. И за морали ты. Нельзя писать вообще сейчас. Да, можно. Ну, типа, мы начало должны выигрывать. Начало тут, по идее, ногами выигрывать. А главное, ну, главное не выебываться и да. Не переоценить свои силы. Да, и слишком давить не надо. А то я обосрался. Не веника в мид, а петлору там мид поставить. Веника харду какой-нибудь. Либо вообще забрать коры, пойти в трипл харду. Веник соло низ. Да, это прикольно, нормально. Ну, сейчас, короче, посмотрим, что доберут. На стриме личника будет в трипле, да? Нам хуёво будет. Нет, нет. Ну да, мне что-то не нравится трипл. Да у нас фиссуру. Если жаль, я возьму, что они нам сделают. Или найкс. А главное не ссать, просто берешь, пиздишь. Плюс. Ну, Сларк тут не живет, по идее. Да. Вообще, да, хуёвенько. Ну, типа, если ему спейс создадут. А, Джагу да, дропнули. Никто не стримит. Я. Ну все, они тебя смотрят. Я стримлю. Может, Дума какого забанил? Забанил. Да. Или да. Что там вообще мешает? Дум Лего. Дум либо Лего все-таки такие. Хотя Лего, не знаю. Но Дум точно мерзость. Не, тоже не знаю, будет сало. Мне Магнус вообще не нравится, короче. Магнус. Ну типа Магнус закрывает тут всех наших героев. Да, кстати, вроде согласен. Не хуя не делаю. Ну типа Феникс яйцо ставит, он сейвит яйцо и клок туда. Ну да, и Сларк под бафом Магнуса что-то. А там, ну, яйцо похуй. Мы просто идем давить, типа, жир. А, дохуя змеи, Магнус ворваться тяжело будет против змеи. Типа, ну если там на венте ставить их не в одно место, типа везде, по всей карте. Ну типа Магнусу везет там туда. Да, с глимером. Просто Магнус поначалу полная хуйня вообще. Ну да, что, РП нажмёт, типа, а мы просто идем булить их, нахуй. Им откидываться вообще нечего, у них один лучше. Ну давай Дума, Дум тоже норм. Дум, да, нахуй. Может там. Дум, да, тяжелый тимфайт будет. Пофиг. Еще короче, Найкса. Могу взять собаку, Зета. Через некров, типа, лайн отстоим. Будем пробовать так, или... Чё? Ну а как сейчас будет собака стоять? А, идет сюда фармит, да, и ну, у них слабый саппорт, а не допиздят собаку. Ну смотри, я бы просто хотел Найкса взять, нет? Ну, и тетраться. Ну типа Найкса. Сларк пиздец будет ебать Найкса. Да, не, типа, ну мы ж не затянем. Типа нам нужно за 25 минут заканчивать тут, если мы на Икса берем. Да, не обязательно, не обязательно. Мы даже в лейте, чтобы могли с собакой, типа, можно и лейт. Потому что, ну, может не пойти у нас, и мы сами, блядь, за 25 минут закончимся. Не, ну что, ну бери тогда собаку, и я на венике поиграю. Я на эссе сыграю. Я на шейке. Тогда смотри, петлор мид, веник сюда. На аккуратче там постоит, типа, левел пампер. Собака до мидаса, в принципе. Доживет, и все, и потом фарм пойдет. Так, ладно, играй на шейке. Че, нормально? Не знаю, я сейчас не за Найкса бы. За это Найкса? Нужно много, да. За это много надо, чем Найкс. Больше, чем Найкс. Полетели нахуй, да. Ну, я тогда на Найкс.
Ну, на зете я бы быть был. Капан, если хочешь, играй на шейкере. Да не, играй, играй, похуй. Давай тогда 50 на 50, я варды возьму, но ты курку. Не, шейкер надо. Не, кунка фул, пятерку. Шейкер надо такой. Нормальный. Ну лады, хорошо. Без вардов там, без этой хуйни. Рады, короче. Ну после даггера можно тут сделать. А, ну для игры добрали. Расшарь куру, пожалуйста. Так, вы в топ, да, идете? Арку. Где вам нормально будет стать, в топе или внизу? Мне кажется, на мастер надо вниз идти. Ну типа сейчас свайпер пойдет мид. Ну, он ничего не делает. Ну, Сларк 1x1 будет стоять, нет? А Лего будет фармить в трипле. Да нет, мне кажется. Короче, идите сюда втроем. Плюс. На топ? Да. Да. Окей. Если что, перетягиваемся к Фенику или нет? Не-не-не. Просто лайк сюда, это фарм, чтобы он нормально себя чухал. Все, полетели. What did your feeble request? Tremble before... На деревце. Идем на руну. На вардик. Спасибо. Кому фул кура нужна сразу? Скажите, что ли, да? Слабо не было. Вот. Все, там вам двигаться, что-то точно. Начали вообще просто разъебем их там. Как думаете, вообще в спот поставить свард? Я даже не знаю. Да. Поживем, увидим. Может один вард вообще сюда поставить, чтобы не обходили питлорду. Питлорду поставить туда вард? Да. Свой или... Ну вот два варда даже. Ну да. Ну один сюда, один сюда и все. Не жадно будет, думаешь? Да нет. Вам на топе на фул варда, если вы втроем стоите. Ну, а вдруг там спотик забанишь, чтобы все время хорошо на лайне стать? Ну, сами смотрим. Да не, наверное, забань лучше. Я уж как-нибудь протяну, если что, на ТП-шечках отбивать будем. Вон гнида. Так, они внизу. Нормально. Пар соло топ, по-моему. Да, смотри. Пошли, Шейкерос, активнее, активнее, зять. Я что-то правила прослушал, могу ж я крипов поступить? Конечно. Но только не когами ходим. А, я понял. Топит можно. Осторожней будь. Говорите, что мне качать ванды? Или подождать пока? Так, ну у меня трипла спать, нормально. Сейчас он перескос, да? Да, вон дальше. Шейкер, старайся денаить крипов. Покусается, покусается. Все, отходим, отходим. У меня вайпер один, походу. Не, у нас один феникс, кстати. Пока нет еще. Еще раз пробуем его? Да не. Ну хотя ладно, давай. Ой, ага. Бля. Ебать. А, клоп у меня есть еще. Так, денайте крипопчик, денай. Шейки, соберись, брат. Расслабься, все хорошо. Кикнуты. Ничего страшного. Сюда я этого не боюсь. Если мне слэкшит, как я за руну, в руну пойду, посмотрю в топ. Осторожно. У нас феникс, они видны, если чё. Он может налить. Феникс. О, тоже на руну шёл, на низу. Блин, как же тут крипы тупо, они не переагриваются. За бред. Да, стримеры. Просто бредятина. Просто ужас. Шлифуйте его. Не, крипов много. Крипов много, да. Он сейчас все пойдет.
Давай ручками его. Хорошо. Че, я лайн тогда тут подержу, да? Отойдем, отойдем, отойдем! Он свайпер у меня тут. Может я пойду мид? Давай вместе. Я один, хорошо. Да, ты там наглеть. Сапог приехал. Забор? Ай-яй-яй. Че, давай вниз попробуем? Да, вот. Так, чё кто-то тут? А чё нам тут? А там... Они стоят как шестёрки. Там на мете давит. Кстати, мне бы один сапик. Пока можем пробовать. Жди, жди, фиссуры. Жди. Он увидел меня. А чё, кто ты на сайте? Блять. На минут варит там вообще. Лоб какой-то профессор, да, тебе на минут. Мало чисто. Гангать не обязательно. Просто левела надо. Да. И чтобы на споры не убирали. Некс, уходи, уходи, Некс. Лего на топ ушел. Лего на топ ушел, да. Но он может быть с активой. Феникс. Нет, активный реген был. Окей. Да. Вон он, командор бегает. Идем, идем, идем. А фейзы возьму. Я, короче, фиссур буду держать. Вон. Он шестой. А нихуя себе. Очень опасно. Они сейчас его бить будут. Карен дал. Блять. Ну призони его. Охуеть. Ну тарентик такой. Найс промах. Уйо, надо ли? What a foolish ploy. Я отошел, ты на лаву. Можете ТП-шку купить? Купите ТП, пожалуйста. Так, всё. Лего мид там пересяжку сделать. Я куру снизу возьму с магаз. Да, мне да, сапог нужен. Руну в топе забираю или чё? Да, нужно забирать. Я могу тебе ботл опустить, топе там. Давай. Вот эту хуйню, да, всё вместе. Подберёшь, я положу. Можешь попробовать его? Положил, я положил. Вон. Ай-яй, ботл дай, да? Дал. Не дал ботл, где ботл? Я дал же тебе. Нету ботла. А чё не бьёте? Ты его положил? Бля, ну я положил его. Ладно, нормально. Нормально. А чё ты хен не дальше не шёл бить? Да я ботл пошёл искать. А у меня маны всё равно не было, я руты дал и всё. Подмажь меня за назочек. Давай. Я отошёл. Лего каленно ушел, может где-то. Эти ребята, да, ко мне бы кто-то подошел, тут много стаков, вот забрать бы его не. Хотя не знаю, Сларк уже шестой. Не, ну мы с тобой тут нихуя не сделаем. На меду помощь. Ну меня скорее всего выпилят тут. Да. Ну добей! Блять. Это так спит
знаю, если бы Рейдж нажал бы, может, и успел тычку дать. Ой, хорош. Вот, нормально. Кто там? Гроши приехали. А тебя что, задуэлили в миде? Нет, нет. Смотрите. Я пережил. Можно прямо сейчас пойти вообще ломать им товара и баллы. Ну, давайте, давайте. Она их тогда терпит. А мы втроем тогда на низ. Да, на низ. Да, втроем на низу работаем. Ну что, давай. Да там Спарк уже седьмой. Ну похуй на него. Похуй. Ну он сейчас убьет, знаете. Сам стики. Что, я к вам подойду или что? Или вы сами? Не, в миде, наверное, пока их спучили. Феликс на топе тоже. Да, мид даем бы там. А пиздец. Ладно, я хоть шестой взял. Тут лего на хосте. Ну, блять, мне, честно говоря, вот туда вот один вар, чтобы они не делали... А нам сегодня надо, мы пойдем лишь отбурить. Ну ладно. Вайпер седьмой. Да я тоже. Мы его сможем, если что, или мы тупо по товеру работаем? Не, не, мы его не сможем. Буду подходить, то тогда ебану. Все, навались. Так, на меду там. Да, они гоняют под Т2, пойдут, наверное. Ну да, под Т2 бежит. Ну, я с ТП-шкой. Я за телепортом. Нормально, нормально. Я за телепортом. Я сейчас это популярка. Если ты торрент дашь, я могу потом арканом. Пойдемте мид курить. Давай, на клока, 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 клока. Давай, 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 давай. Клока поставь. Ну, я далекова, далековато. Хорош. И басосину ему вскрыть. Хорошо. У меня арканы есть, сейчас прилетит дам, если надо. Давайте мид, давайте мид. Я нажал тоже арканы. Угу. У него... у Леги единица раскачана, если чё. А финиту можем? Я уже задоджит. А, нет, этот не задоджит. Всё, отойдём, отойдём. Руну возьму на топе? Спасибо. Давай. Если не дал маны. Только под подковы не становись. Да-да-да. Ну, сейчас нападать. Ебать ту Люсю. Блин, ну я с Ларку нихуя сейчас сделать не могу. Блять, я ошибся. У него только пятый был, я только смотрел. Я фиксирую, блядь, Феникса не там, блядь, на топ смотрел. Снова старайся, бывает лучше. Да, да, да. Я на топ засмотрелся, я думаю, у меня топышки эти. Чё, мид дефаем? Да. Чё, дефаем? Корабль бабу, ну, займись. Раз. Лего закрыто, да? Да, да, да. Ну, такое. Можно, можно, что вы. Шестой надо. Просто там один урон пока лучше, типа. Вот. Его сбивать надо. Пойдем мид пушим. Да, давай. Да я там луч буду держать этот, ну не нагреться. Фиссуру я не буду тратить. Вот там пол стоит аккуратно. Бля. Петлок слайс там тебя отрывают. Я вперед пойду. Я на топ не могу, я с Ларка буду фидить. Опа, промахнулся. Не знаю, я... Yes, наверное, да, ты... Можно это уйдет? Тут потанцевал.
Пуш, бич. Бля, карантин. Яйцо могли разбить. Лучше не. Ай, блядь. Сука, один бит. Да ты можешь убить их, а не под ультой. Давай, давай, давай. Что, подорвайся. Слаг бежу, да. Ебать, чё я не могу ударить Сларка? Не знаю, я как под замедлением каким-то. На топе та же самая хуйня, я просто не могу ему дать тычку. Так, ладно, пуш не удался, будем дождь. Ну там ебать нахуй вывала у них. Да, стоп, зря ушли, надо было просто дал он снайпинг стоять. Но я тоже этого не понял, но я стоял, я фрифармил первых 5 минут, потом вы ушли и все стало хуёво. А у Сларка стало все хорошо. Ладно, теперь играем. Там слайм колода. Лотар, да, уже там? На мид может выскочить. Или камня. Но меня он не убьет. Хочу корабль. А то. А то. Хорошо. Да, чем драться? Не могу ультануть. Ну там Сларк уже пизда обожил. Как пойдет? Аура надо теперь. Ну да. Ну типа мы не можем тут драться где-то. Там кукшел, когда... You fail to amuse me. What trickery is this? Так, главное, что я какашку посмотрел, что там тотем не замашен. Я думал, ты ебашь тотем. Все думал, бля, я с тотема играю. Тен, мы можем вайпера забрать, или их тут много? Мне кажется, там кто-то по-любому в спине есть. За спиной там клок стоит. Смотри, пока на топе у них герой. Да, 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 можем попробовать. Ну я прочекаю. Да, клок стоит. А ну вот, клок. Ну фарми, если начнется, зажмем. Осторожно, там этот, Сларк с лотом. Вот. Он тебя видит. Он тебя видит, Сларк. Сларку можно вообще тут всем помочь. За катачкой пошел, этот. Феник за катачкой пошел. Сидран. Сидран, есть? Это иллюзия. Так, а это... Обе иллюзии. Может мы отойдем под тавр? Вон, вайпер, он начал. Яйцо, он есть тут, по 1000. Бей яйцо. Я в фогах. Бля. Мне... Меня коги. Ну я говорю же вам, нам нужно под тавром драться, мы не можем уже вот тут где-то драться. Да, туда не надо. Там Сларк меня... Сларк меня грызается. А чё ты пайп решил сделать первым? Ну да, думал. А чё, смысл что-либо делать? Не, мех. Грифсы, имба. Грифсы, да. Пайп тут вообще нет одного стила, блядь. От фена. Отряд,
Я не знаю, если больше. Честно, башка вообще не варит. Честно говоря. Короче, ну. А вот это лего... Там лего уже стагером. Да, у него армлета не было. Куда идет? Это ж по них питлорда, наверное, прыгали, блядь, если мы туда все. Не, они в питлорда не будут прыгать. Сларка будет грызаться либо в комп, либо в меня. Вы далеко идет. А ты что? Вот там лего. Там лего в спине. Вообще ДПС нахуй не в пол. Там блядь. Да я думаю, леху можем забрать. Не, вайпера. Для вайпера, ну давай вайпера. Вот там, блядь, сзади там. А уже нет. Блядь, чуть-чуть. Улетай. Ну давайте этот, пацаны. Мы сейчас видим просто. Давайте от дефа хоть раз сыграем, тут сюда сентряк поставим. И... Так они могут нас не идти пушить, но они будут фармить. Ну мы будем драки все въебывать, мы 1-5 только не только что. Не, ну понятно. Нарушим что? Сначала гадим через 4000 и пиздаем, да? Осталось. На позитиве? Да попа, это был первый ганд. Да честно говоря, пин хуйня, я смотрю вроде 40, но ощущение, что 140. Можем за пинг реально замашнуть нас. Бота АЗ надо играть и будет зарядиться. Бота АЗ? Да, да, да. Но я серьезно чувствуется. Очки в два раза медленнее. Сейчас, конечно, еще мы, ну, под вардом, это мы от дефа, но он внизу сларк. А сервером. А то Егу взял. Лего, наверное? А Егу Лего взял. Яйцо вообще не бьем. Отходим? Ну, уходим. Они, этот, сларк тоже в спине зайдет. На вайпере вообще забейте, типа, его не бейте, забейте. У него вообще кнопки не жмутся. Ну там жирный пиздец. Здесь Андреа можно выебать, может забегать. Так, чё, они на вас идут, но если что, могу тэпнуться. Фиссуру в крипов. У кого таймат? Это не Беслан. Нихуя себе. Я армлет не нажал. Ну как, я его нажал, но... А ты на базе умер? Да, от ракетки. Ёбаный рот. Лего пидо там. Там лего хуёво. Бей своих реально. Ёбаная, как он меня заебал? Надо было ультануть еще напоследок. Он повезло, да. Ну все, Сталинград играет. Ну, да, типа, они не зайдут. Можно. Ну да, они сейчас пойдут качаться. Или они сюда пойдут. Ну, в лейте они сильнее, 100%. Это там и Стар, и Лейка. Короче, я next игру, блять, пикайте мне бару, я ебал. Ты рано даешь. Рано думаешь. Ну гай, вот это. А креста у нас. Два бьем есть. Креста рэм. Ну
Пока. Вижу на блядь. Инвиз. Инвиз эмбакну. Нормально, пойдем. Ну я не могу один, блядь, эти три варды покупать, тем более они, блядь, просто прошлись нахуй, все сломали. Я не пойду. Это убили. Он вышел, он с тычкой Старка воевал. Ну, тычка Вайпера. Ну, он Сильвера тебя ударил, ты уже расшипался. Ну, хоть не одетка, блин. Он отсюда выберется. Бля, как он заебал. А ладно. Че, леваем? Да мне надо кидить. Сейчас еще потом довезу, может. А это что за полон? Прыгнет на разворот. Типа разобрать арканы и продать. Можно? Так эхо все равно нет. Вообще можно. Нет, вообще можно так делать? Ждем эхо, я их байчу. Мы выиграем. И сидим на базе. Иди дальше, да, бей. Попробуй. Может инфест попробовать с этим потом давать там. Феникса там. Иди его на меду, добери пачку, блядь. Давай, сотку сзади, смог. Пробуем убить, не получается ли варен. Он мне сейчас додает. Сейчас ТП-шку продам и ветка. Да. Только смог должен. Смог купить. Смог купить. Не, блядь, не идут заканчиваться, я не понимаю. Да суп, блядь. Он один. Не-не, забить. Не-не-не. О, купите? Да, пойдем. Уйди. Я тебя хоть вышку задымаю. Бля, мне уже нечего терять. Да все, жмем смолк нахуй, вон, пойдем. Жми, залезай, залезай. Кого взрываем? Желательно Феникс. Можно были двоих. Похуй, взрываю. Давай. Бля, колдовые раз забили, блядь. Ну да, так себе. Блядь, не план, нахуй меня доедет, сука. Хотел Сларка добить. Ну типа я в Сларка ворвался, я не знал, что они... Да вы потом плака все нажали, да? Ну,
Типа мне нечего было нажимать в него. Я эхо, фиссуру и там тотем и ударил сладко. У него там скади, блядь. Он до КВ прожил. Адуйся, адуйся. Еще. У него, блядь, есть когда нахуй ты ёбан оброс? 60 секунд. Ой, пизды была. Ебать, блок закрыл нахуй. Что? Открываем. Фуфай, блядь, пишите. Да не, может просто... Или нельзя. 0.7, ебать. Давай, пишите, погнали дальше. Ну, я считаю, первое, я ебал играть с таким пингом, но я согласился, я знал это заранее, похуй. И второе, зря вы ушли с топа. Но мы на топе стояли, было все ок. У меня был фарм, у Сларка не было. Согласны или нет? Ну да, тоже верно. Но мы хотели, блядь, убить Легу на миду. Потом вниз стянулись. Так, типа, резко стало у меня хуёво, у Сларка хорошо, и все, мы не можем играть. Ну ладно, въебали и въебали. Всем да, пофиг. Спасибо за игру. Что, в какую команду там надо? Да, дальше можете нажимать вон очередь в игру. Еще ну, Джоли, на боте, на этом. Нажимать нужно или нет? Нажимать. Джойн, и все. Вроде он говорил, не нажимайте, просто кто выиграет, кто проиграет, тот под тех чё? Будем брать. Да похуй, я вообще не понял с этим ботом что-то. Да. Если честно, что я могу сказать? Ну, чувствуешь себя вообще максимально не в своей тарелке. Это такое себе... На нервозе на каком-то сидишь на каких-то этих, на трясках, потому что, во-первых, для меня, я, например, чел, который никогда не играл такую тему, я вообще такое не люблю, потому что у меня постоянно вот это, вот, знаете, вот предстартовые вот эти мандражи всякие, я стараюсь это скипать, потому что, ну... Короче, просто... Просто могу смело заявить, ну не мое это, не могу, тяжело, морально тяжело, и, ну, реально тяжело, вот что могу сказать. Ну, первая игра есть первая игра, может быть, дальше будет лучше, мид слит, опять-таки на нервах тоже мид, на нервах сидел, хотя Пит, в принципе, в легкую должен убивать, хотя бы выгонять с мида Легу, по факту как-то. Вот, и что получается у нас? Получается смысл такой, что... Ну, проиграли, проиграли. Дальше лучше будет. Хотя дигпик, конечно, блядь. Состав. Вот это уже рофельно немного, шучка. Ну, это, я думаю, даже похуже, чем... Это похуже, чем прошлый состав был. Да, 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 есть такое. Тут вообще, блядь, этот... Они, мне кажется, покусают друг друга, блядь, конфеты. Ну, это 85-я карта, все можно. Ну, здесь ошибаться вообще нельзя. Ты играешь все время на победу. Не нужно тебе там это, что-то наглеть там. Я могу, я знаю, блядь. Я лучше, да. Да, да, да. Посмотрим. Чё, как первая игра вам? Нормально. По кайфу, ну, да? Да не то, что по кайфу. Хз, какой-то нервоз сидишь, что это как этот. Я вообще, типа, например, вот эти игры, я никогда, даже когда играл там, эти хай-ТБшные игры, вообще никогда не играл. Турниры всякие, всякую хрень вот эту.
Так, вообще, как не в своей тарелке себя чувствуешь? Ну, понадобится. Есть такое. Такое себе. А ничего, определиться не могут, кто из них будет пикать или что? Паза. Тут? Они не знают, кто пикать будет. Да, видишь, я умею утренеке. Иди в ДС. Видишь, я умею утренеке. Что не видео с урелахане? Любка уса? Короче, я так понимаю, если пятерка хастану, он и будет заливать реплей, и неважно, выиграет он или проиграет, правильно? Он сохранить как должен. И, как и есть, да. А, все, вопросов нет. Не было потом, где игра, блядь, где то, где все. Но все равно нужно нам тоже сохранять, мало ли там проблемы начнут. Я что скажу, вот этот истол, я уже третий истол, если так взять, играю. Я помню, когда у Кубы там минус 5 стриков было, и он в итоге занял тут, ну, первое место, да, по рейтингу. Потому что вот эти начальные игры, они ничего не решают. Они не то, что ничего не решают, ты потом можешь стрекануть просто 5 игр, да, выиграть. Да. И сравняться, типа, очками. Тут стрики решают, а не этот. Так и есть, да. Если ты будешь по очереди можешь, побеждать... Ты можешь даже ни одну игру не проебать и не взять топ-1, чтобы ты понимал. Ну, ты понял, да, о чем я? В смысле? Ну, типа, смотри, могут челы с лузами там просто набивать себе стрик и занять первое место, понимаешь? А ты, да, типа, да, без лузов можешь... Ну, это сложно сделать, когда ты видишь таблицу, понимаешь? Ты видишь таблицу, кто-то тоже видит таблицу. Он видит у тебя винстрик 7-8, да? Он понимает... А он, допустим, на каком-то втором месте идет. И он за тебя, допустим, попадается. И ты такой думаешь, либо тебе с ним слить игру, либо выиграть, но он тебя может догнать. Но это тоже бред. Знаешь, да, это хуйня. Это. Таблицу видеть вообще игрокам нельзя. Ты вот играешь, и вот после всех вот этих игр тебе показывают таблицу. Там тот первое, тот второе, тот третье. Тут абузы начнутся. Я не говорю, что я буду абузить, но там будут, блядь, игроки, которые... Я намекнул только что на это. Ну, ты понял, да, как может это все быть? Да, блядь. Не знаю. Это, я думаю, чисто рофл такой... истол, где ты можешь расслабиться немного от таких плотных игр. Я, кстати, на мид могу питвордом против вайпера пойти вообще изи. Против вайпера? Да, вообще изи. Или шейкера, или... Магнил, селедка, ам шейкер мобил, не? Давай селедку возьмем. Давай, селедка. Кинь шейкер осеган булят в пятерке? Вайпер. И через вейвером. Здорово, всем мнением. Здорово. Здорово. Так, давай. Синика, наверное, какой-то. Да, давай синика выберу. Я сразу сказал, против вайпера пикать венома это полная параша, блядь. Да и против пита тоже. Да, там просто две кнопки и все. Кто нам еще мешает так более-менее? Вивер, я вот... Вивер хуйня, я думаю, он будет... Не, Вивер... Корешки забегать и так далее, да. Вивер забей. Шейкер, да, шейкера просто берем. Нам шейкер не нужен, им типа плюс-минус нормально будет. Но они могут, смотри, они могут там зомби всякие, там вот эти вот, у них... Да, да, я. В один конец просто пойти, понятно? У нас питлорд, который может отхиливаться, так что похуй на фастпуш. Вивер. Чё по ролям вообще? На вивер вообще хуйня. Ну, после пика определимся. Да. У нас вроде плюс-минус все на любой позиции могут. Так, тусик. Мне тусик нравится какой-то, и либо баратрумчик. Что думаете? Можем, ну, смотри, у них кунка и вивер саппорты. Сейчас они бару не пикнут. Они сейчас бару 100% не возьмут. Ну, я знаю, и... Что, может, какого-то Найкса просто возьмем прямо сейчас? Он и вгрызается в вайпера, ему похуй на все. И против кунки норм.
Либо можно мортретку какую-то вообще, ну, под селедку. Морта, кстати, тоже заебись. Но если они спектру подломать, вот. Давай сейчас скоро, не будем торопиться. Ну, если ты, ну, ты саппорта сейчас хочешь взять? Да. Нет, сало. Сало тоже нам не пойдет. Сало тоже, да. Нет, сало хуйня. А, у нас еще и сварк есть, сварк тоже нормально заходит против этого, ну, виверы, вайперы и кунки. Сварк нормально. Ладно, давай сейчас посмотрим, кого, какого кора они будут брать. Да. На X-бани плюс. А, ну да. Пускай пикают этого сварка, если хотят. Сварк, нашим. Войкер еще есть, если есть на войкера кто-то, войкер тоже нормально заходит, в принципе. Ждать, пока он там на фарме, аганим какой-то, левел. Окей, да. Тем более за скаржей. Войкер такой себе, дум. Не, ну под станы эти, санстрейчи. Да, под станы бары нормально, с лордара. Йорка надо на трипу. Ну смотри, есть Лего опять же, да, на лайне против Дума. Стоит Питворд на мид. Мы же на этот в харду не пойдем триплой. Там же нас могут обоссать с вивером, не? Кунка, вивер. Ну такой себе. Сейчас давай этот кора какого-нибудь доберем. Вот видишь, уже мартрет нам уже... Ну сварк. Сварк есть. Ну... Ну а чё сварк? Тоже... Сварку тоже Дум дадут и все. Габелла. Да любому герою Дум дадут. Ну... Лёрик вообще против вивера вообще не очень. Типа, жуки кидаются без брони. Его просто вивер по всей карте пиздит этого Лёрика. Ну, если у него фул фри будет, конечно, похуй, да, потом уже будет на вивера. Ну, плюс сладко то, что мы его можем оставить на лайне, да? Ну, да, да. Если чё. Конечно. Давай. И в этой карте, типа, дальние, ближние герои, это ничего не решает, я думаю. Похуй то, что 5 мили. Кто им остался? Кор какой-то, да? Спектру забаним. Спектра нам неприятный, так сказать. А Лёрика они сами не могут взять? Похуй, да, да, на Лёрика? На Лёрика нам похуй вроде, да. Лего тоже похуй, да, в принципе? Лего тоже похуй, да, просто спектру забаним. Спектра может быть сразу. И этот Старк не осидит в конце. Так, я ушел, короче, курить. Я придам. Окей. Ну... В этом пике Хент Азес точно не будет на пите играть, я так думаю. Ну а чё хотите, садите мне всё равно. Кто это? Можем, кстати, Дузу в мид взять ещё. Она с вайпером более-менее плюс так стоит. Под селёдкой ещё, блядь. Нормально. Просто? Варлок какой-то еще есть. Это вайпера. Варлок. Вэлла в мид можно. Нормальная да, тема. Либо Вэлл, либо Дуза, я вот думаю. Больше так особо не вижу. Ну, големы, по сути, не контрятся, можно так сказать. Ну, Лейкер. Там просто корабль, если типа... Ну, дэмэджа же там и так не будет, если корабль. Фатал офигенно вносит. Под ДПС. Не знаю, я бы просто... Маков ушел, да? Стас, ты тут? Да, здесь. Че думаешь? Дуза, Варлок? Дузу не хотим? В мид, да? Ну да, смотри, там успеть. Дузу нечем убить. А ее вайпер типа не затыкает? Так и... На крип. Ну а они, смотри, 50 на 50 стоят. Если у тебя пил получше вайпера, то ты выиграешь даже в мид. Смотри, а если триплой с Дузой пойти? Вниз. В харду. На топе ну, сварка, сайпер. И пита в мид.
Ну, мы можем просто даблами лайны поставить, селедка пит вниз, бара пускай бегает там, думает, напрягает вайпера. Ну, я на дузе, да? Ты хочешь, чтобы я на дузе играл? Мне все равно. Я могу сам на любых, могу на дузе, могу на баре. Но я вообще про пик дузу, что думаете? В лете мы 100% уже выиграем с такой. Ну, можно, можно, в принципе. Да, поехали. Можно, мы можем просто с дузой драться 4 на 5. Пока так, я на 5 тогда, да, пошел? Кто на дузе, да, у нас? Да, давай, давай, я вот на дузе сыграю тогда. Фарида, дай мне, брат, селедка. Селедка? Да. А тот, кстати, тоже на селедке хорошо играет. Только, Стас, ты будешь меня, если что? Так, вайпер у них медовый, наверное. Бля, ну я бы вот идеально мид бы постоял бы против этого вайпера. Типа с быстрой мекой был бы, и мы бы пошли бы хуярить. А так, если они трипой придут, ой, все равно тяжело. Блядь. Что, мы внизу идем забирать руну, да? Не-не-не, нас же там отпиздить, не? Давай на топе просто заберем. А они на топ не могут с вивером пойти, не? Под вивером. А, ну хотя они с Лёриком, с вивером, скорее всего, не придут они. Да. Ну и я еще заберу тут руны, если один герой будет, я забираю. А если что, сам заберешь, съест. Угу. Они на вот на топе. А, да, на топе, на топе. Да. Аккуратно как-то откайтите их. Да. А, мы две руны забираем. Если вы сейчас уйдете, не будете драться. Да, два руны. Да, все, ништяк. Ну стойте на топе тогда. У меня дум нанизу сейчас будет. Не-не-не-не-не-не, он через сторону забрал. Лорида, иди. А он забрал, да? Задрот получается на пятке. Да. Вот это хорошо, то, что вы его отзонили. Да, убьем его. Давайте, если даже убьете. Все. Хорош. Так, ну дум у меня за крипом пошел. Наверное. Или они пятером там были с думом? Я живу. Хорошо. А, дум у меня с крипом какие-то. А, у крипы агрятся, ничего себе. У нас же стримера нету. Ну вот туда еще свои буквы сдвигам. Могу разбежаться на думе вниз. Не-не-не. Нормально. Выиграйте другие лайны. У меня все хорошо. Ну типа мне там в топе делать нечего. Ладно, не буду. А, он с Астаном, да? На ТП-шке можешь получить. Хорош, Стас. Упс. Блин, так переагришь. Он еще и пару тычек принял. Да, я крипочка не хотел отводить у тебя, Данил. Так, я могу крип взять? Рух ты, бля. Конка идут, да. Да, кто-то там. Да. Ну, я этого вайпера выиграл, если что, на мите. Возможно, там. Кстати, можно дума попробовать. Он без сапога, я с сапогом. И у него там одно манго, у него что-то на горелку хватит. Сейчас у него пока маны нет. А, он за сапогом пошел. Его, блядь. Есть разгон, да, на него? Да. Хочешь? Все, без МП.
Ну, вроде 90 хватает. Да. Не, ладно, давай. Убьем ее. Я не убьем ее. Парни. Ну, а сейчас за крипом пойдет, надо мне. Сейчас уже другим, наверное. Обманулись. У меня вайпер АФК стоит на этой кассе. Он даже крипам не подходит, блин. Офигеть. А ты Акуру взял. Не могу разбежаться. Ну, у меня дума нету, кстати. Я ему тогда вышку сношу. Ну, тебя увидели, если че. Да-да-да. Дума нету, пацаны, еще до сих пор. Через базу по-любому пошел вперед. У него веба нету. Вперед. А, у меня дум. Братных спортов нет, не бьюсь. Вот на саппортов инфу давайте. А, все, у него, бля, его ЛДС уже скачан. Один. Не, 7 левел надо срочно получить. А похуй на него будет. Пока убить нигде, да, не можем. А я сейчас на мид. Так, у меня вышку сломаю сейчас тут. Курьера взял в мид. Вот кунка ТП дал снизу. А, блять, на меня тут вышли, я видел. Я отфидел, да, у меня тут пивер. Ну, я вышку забрал, короче. Че, давай? Можем, в принципе, я думаю. Да, 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 да. Да просто. Он уже уходит. Все, я фармлю. Так, ну они так же. Седьмой левел получишь, что у меня этим левел вот этим уже не заебал. Ты дума нет внизу, ливера тоже. Поебать. Нормально, нормально, не парься. На дагер. Я выформлю все равно. А, у меня вивер. XP очень много заберем. Давай, мне давай. Дум, мне дум нажали, мне дум нажали. Да, 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 иди. Там... А, и кунка тут еще, слышите? И вайпер, блядь. И вайпер, да, да. Ма, ТП-шку ману не даст? А вынес мусор, это кто? Джерик. Кейзаров. Так, дума нету. Так, ну и там открыто. Лёрик внизу, четвертого. Старайся, пуш, пуш на топе там вышку как-то. Да покайди. Я по чуть бурю. Все, надо, не надо пойти. Добить? Есть мелик. А чего у него пятого? Ну, бля, у меня кнопок нету. А сейчас будет, похуй. Ой, хорошо. Отлично.
И они сразу с мида сюда побежали. Там рунка, да, снизу? Какая? Хрен его знает. Так, дум в топе. Бани нам все нахуй. Вы можете просто тарить урну. Урну, вроде ты сам. На думаю, не одного. Будет плюса? Да, могу есть, только нажать. Давай, давай. Бара показать должен. А вот все, и я ТП шусь. Вайпер ТП дает. Вайпер ТП. Блин. Нормально, я выйду. Давай, жучка, я тебя сломаю. Я в миде тауэр сейчас сломаю и к вам. Ой, ебать. Чуть-чуть как вот здесь. Но он не пройдет тут. Он. А. Нормально. Пойдет. Хоть фражочек взял. Фатку на. На этом, на селедке. Да у него транквил он зарегинец. Мне не нужна. Кунка шестой. Угу. Там мид могут. Давай. Там дум, кстати, есть, я думаю. Дум есть, я думаю, еще. А, у меня вот цепан. Да. Ну тебя не спасти, походу. Я буду драться. Да. Я думаю, не ожидал, он в смоках напал. То ли инвиз был. Там 200 хп таура, блядь. У селёдки почти таггер. Сейчас можете лайны толкать, я буду отпушивать это. Давай, 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 отпушиваться, я то, что это всю хуйню. Но у меня маны нету, я так честно сейчас первый скилл, блядь, закину. Да, 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 просто первый хотя бы. Можно не дефать даже, типа. А. А кунка корабль отдала все, да? Ну у него уже. Не, корабль не отдал, не отдал. Кунка ТП нажала, кунка ТП нажала. А че, вроде можем наш? Сколько похуй, давайте заберем. Аре. Беги сюда, я тебя на базу заберу. На базу. И пошли. У меня мека есть. Че, покурить можно, да, пойти? Да, сейчас они отожмут. Я тоже отойду 2 секунды. Просто бить дагер, он сам будет там. Дагер очень берет, пару. На месте. Там бы их пока.
Так, я тут. Все тут? Да-да. Поехали. Ну, пускай Слаг фармит, селедка себе даггер добивает. Не, мы просто дефаем, мы просто стоим втроем и дефаем крипов, все. У нас селедка даггер добивает, 40 качается. Там мин же там въебывался у них сейчас. Да подсейвить, манго есть у тебя, вроде будешь жить. Долго при. Короче, я тавр. Их нет, их нету, смотри. Змей, куда я тебе ману забью? Есть ульт у тебя, что? Нету, нету, я ж на базу тебя заберу. Тут надо выйти, наверное. Да, 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 всё. Да, даггер есть уже, ману. А за мной бежит дальше. Этот тауэр пиздец как мешал нам. Вижен, вижен. Сейчас вижен надо будет поставить. Мид, либо наткать. У них по-любому здесь вижен на миде стоит. Блять. А Дум не нажимал, да, в тебя сейчас? Нет, нет, нет. Качайте пока. Если у нас, кстати, сварк слишком большой будет, на дузе можно там скадик какой-то купить. Ну, чисто на жир, чтобы скидывать. Урона вроде бы подметкой хватает нам. Сейчас я лотар сделаю, у меня, в принципе, немного осталось. Они меня цепляют. То я никого не убиваю. У меня ТП-шки нет. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Отойти. Хорошо, все, все, все. Выйдите просто оттуда. Корабль отдали, гол просто. Гол, гол, гол. Ну, я на ульте на крипов лечу. Че, вы хотите подраться хотите? Да, вы очкуете, бля, заебали. Ману дал. Но они сейчас тоже отойдут. Ждать будет, пока корабль отсюдешься. Не, если они там думают. Ну, корабля пока нет. И вард, вард. Вы точно хотите подраться? Да дайте чуть золота, пацаны. 300 не, золота давайте, и, давайте, и подеремся нормально. Давай, не, толкайте. Там возьмите. Я даже не знаю, говорит, не, я сразу пойду, короче, без крипсов. Где они будут пятером собираться, я просто там буду откидываться и все, а вы... Плитьте другие войны. По одному герою даже продавать будем. Эпоху, я остальные 4 качаться будут. Но их нету. Я миди, миди, миди. А на миди. А, ну все, отдали. Отдали, продали. Смотрите, я сейчас тоже убью. Спать не бро. Мяч. Банни принцы, а тебя без принцы убили, да? Не, там же их же быстро кодешься. До него... Так, они Т2 пошли, Вич. Так, корабль давали или нет? Да, да. Давай. Будем дефать. Ну и... Но крипов я дефаю вроде. А, там мека я уже думал. У этого проблем. Мы деремся или что?
Я ТП на базу даю и подойду. Не-не-не, все, уйдите. Они сами сейчас захотят подраться, вот меня все будут. Я иду, если что. А че этот? Из бейтера не дагер просто. Нету меки. Маны нету. А, я в думе. Я сейчас сдохну, блядь. Блин, Леор лопнул. Не могу, не двигаюсь вообще. И жесть. Лерик без рекарнации, если что. Убивайте. Лерик. Хорошо. И дума не отпустите. Со стаками можете рушить? Эх. А какой у тебя ВО 12, он что, за максимум этот ВО ДС, блядь? Либо на один, он у него либо на один, либо... А, либо на три, либо на четыре, блядь. На четыре, там дохуя. Знаем, что ВО ДС вообще не на два, блядь. Тут центряк, кстати, стоял. Ёп, да, скорее всего. Ну, бана апнем со селёдкой. Ну да. Это да. Ну, мы можем типа сбивать же X, пока он там колдует, там станы кидать ему. Я тоже левел поднял нормально. Лерик сейчас без рекарнации. Он еще 5 минут. Еще 4 минуты он будет без. 5 минут, нормально ты сказал. 4 минуты. Не, 4 минуты. Да, купи форстар. Да, я вот уже купил. От корабля сейвить. Ну они смаканулись. А, нет. Лерик снизу. Кстати, можем мы на ульте полететь. Я могу показаться на миде. Можно. И мы на ульте полетим, его убьем. Можно. Давайте я покажу. Смог на один. Иду. Гоу. Ладно, без смог. Окей. Вот он тут, он внизу. Был, по крайней мере. Эх. Ну он без ульты, это точно. Да, далековато, наверное, не? А вот дум. Ебать. Отходи на сразу. Я уйду. Отходи. Так, вижу, тараканы дают. Бля, мы баджуками ебаными. Ну я, по идее, живу, хотя не факт. Не факт. Да, не живу. Ну что-то хуёво начали. Только ты выживи. Тому кунг-ки форстав. Батя, не нахуй. Вот вам и командочка. И баш, смотрите как. Оставь, у меня и так все хуёво. А, блядь. Мана нужна? Давай, мана. Он на лесок ушел. А, они на топ Т1 идут. Бля, Т3 же. Купишь ПКБ на старке, тебя никто не убьет, я думаю. Дум... Ну, я бегать буду. Ну, он, скорее всего, либо в спита, либо в меня будет давать. Не, но если у него огонь будет, да, ты хилиться не будешь, а так ты в тень уходишь и хилишь. Ну да, я сейчас мог здесь пойти, но тараканы палят, я не ушел бы в тень там. По миду пошел, но... Наверное, ошибкой тоже было. Надо было все равно тут идти. А сейчас кунка будет пулять, наверное, да? Да, давай я... А, грифа нету, да, у нас. Вот тут вард стоит в лесу. Они дальше идут, давай мы тоже дальше пока идем. Вот здесь выход на руну. Окей, да, они дальше идут. Змейку дальше я ману. А, тут кунка стоит уже, тут кунка стоит уже. Меня цепанули. Блять. Дум дали меня. Убиваете? И я еще меку нажму. Нажал меку. Как-нибудь выйди оттуда. Я не выйду никак отсюда. А, ну. Чуть-чуть. Давай, блядь. Выжил. Хорош. Регенюсь. Можем, у нас корабля нету. У них точнее корабля нету.
Этот без рекорнации, без ульты, без ульты, без ульты, без ульты накинуться. А, куйбать откуда? Да, давай еще раз. Давай. Хорош. Я через базу на ульте приду сейчас к вам. Чаржа есть? Конечно. Меня поймали. Бля, у меня ульта сейчас будет, я не доживу походу, да? Я лечу. У меня грифсы, у меня грифсы, у меня грифсы. А, ебать, он съел что ли его нахуй? Ёб твою мать. Вот это сильно было. Есть форсик? А, КД, да? Форсик КД, брат. Пойди уебать. Крипов ест нахуй. Кирешки. Может чуть пофармим? Ну можно, в принципе. Я думаю, надо просто пофармить, да и все. А сейчас неплохо было, просто кунка уже по второму кругу резнулся, пришел. Ну надо было уйти просто, да и все. Да, да, да. У меня ульт успел почти откатиться второй. Сколько мы минуту дрались? Так, думаю, да, Ерта. Да, ну Лёрика тоже успел. Да, да, ебать, я что-то смотрел, он на каком, на 14-м умер он, а потом 5 минут прошел уже. И уже до... на 21-й уже была ульта, блин. Быстро время идет. Кстати, сейчас барды, чтобы они к нам в лес не забегали. И там у этого вивера огоним, если что. Так, не фокусите одного. Надо его. Сейчас немного надо от дефа поиграть один. Потом что-то. Так, но их нету. О, а, вон идут, идут потоп. Мы рошу можем быстро забрать. Я мид, короче, пошел, откину там. Если потопы пойдут, можем рошу сразу забрать. Да, 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 да. А вард сломали вот этот, который Сак показывал где-то? Не было там. Не сломали. Не было? Ну, в смысле, вард был, но не сломали. Это не ломал. Так что, скорее всего, он там стоит еще. Ну, подождите насчет Рошана. А, вон они уже один на топе. Давай хорошо. Лерик с ТП-шкой. А мы успеем вообще, нет? А вы поставишь вот сюда в центре опс? Ну мы хотя бы попробуем. Опс не могу, в центре нет. Нету варда. Кому аек? Ну тебе, наверное. Давай я возьму. Да, ну чтоб тебе дом не давали. Вот возьми. Как раз. Сюда... Да, такое ощущение, что они на нас выбежали. Да, мы успеем. Вот, они нас смотрят. Давай, надумай, гол. Он сверху вверх прыгнул. Или кунку, или на кунку. Они в смоке там, в смоке. На кунку сейчас, на кунку. Вивер, цыганим он, ребят. Успел, блин. Вернули кунку. Я грифсы нажал. А Лёрик без ульты же должен быть. Там 3 минуты. Да. Го, может, вайпера, а то он охуел. Дом дали меня. По двоим нажал. Не, а почему? Мы же... А, он вернул. Там... Хорош. Я кунку забрал. Бедолага. Но кунка, чтобы кнопки не нажал. Но кунка, да, кнопки там нажимает, там тяжело эти кресты пока. Но он теряет, типа, позицию, он просто выбрасывает корабль. Иди дальше, пускай Слав зайдет и фармит. Мне дом дает. Так, мы сносим же вроде, нет? Минус 3 там. А, ну... Ну, тэшку вторую ну, положим и отойдем. Конечно. Да. У меня БКБ почти мне еще, есть. У меня пайпа сейчас будет. Там скажешь по вардам дивижн стоит. А, хорошо. Ты хочешь БКБ сразу? Да, думаю. Думал, ты Киеву возьмешь, типа, какой-нибудь. А потом БКБ. Тебе может, типа, урона не хватить просто. Ты БКБшка. Я думаю, наш лес в бордах, так как они вот так вот сюда пошли. Сейчас я пройдусь по лесу. У меня пайпа есть сейчас, я... Тут нету. Мне что, молнии покупать или искать сразу что-то? Блять, ящик хрену. Можешь ходи даже покупать, если у нас урона хватает. Но подметка, думаю. Тоже нет. Ну хотя молнии тоже нормально, молнии тоже нормально. У меня чуть золото, ребят, для БКБ. Можно подраться будет.
А Ега 3 минуты. Вот сюда поправил. Вот здесь обсто стоит свежий. Танец сломай. Я сломаю. БКБ, иллюзии летят. Сюда сломаешь иллюзии проведи. Иллюзии проведи селедки вот сюда. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Должен лететь. Давайте со смока начать. Думаю, с дагером, грифсами. Рекуру? Рьюзните? Да стой. Подойди ты на смок. Не-не, зачем, зачем? Или давай, вы хотите давай, подраться? Да, давай, мы сильнее. Пусть петлер байтит, пусть петлер байтит, просто не смотрится. Но я так забайчу, он мне дум даст, мне кажется. Да, похуй. Ну я пайп не нажму, грифсы не нажму. Вивер тут. Я на кнопку мучен. Пайп нажал. Она увернула. Всё, Вивер ульт отдал, Вивер ульт отдал. Да-да-да, он кунки отдал. Этого два раза. Хорошо. Сейчас вернёт Вивер, да? Нет, давай нет, дальше, конечно. Дальше, дальше, дальше. За вайпером идите, я Вивера звонить буду. Тут вард стоит в центре, опс, скорее всего. Вернул. Ой, его, хорошо. Обратно вернул. Давай, добиваю, короче. Вон он сюда пошел. Эх, жесть. Я застрял. Да, мид, мид, пойдемте. У меня МПшек нет. Ливанешь МП? Убьем, убьем. Разер. Блять. Я в помойке. Да. Спасибо. Иду. Давайте, хорош. Хорошо. Не бег, не гонитесь, не гонитесь. Да, да. Стаки есть с пушем, думаю, 150 урона. Ну, у меня пайпа еще есть, если он там кнопки будет нажимать как нужно. У меня Его есть, если что, еще минута. 29.11 закончится. Не, не гоняйте, не гоняйте. Да, просто... да, просто мид. По нулю, сам. У меня Аега есть, если что. Нормально. Дум отдал, дум отдал. В Аегу дум отдал. Да. Нормально, нормально, умирает. Отлично, тогда. Отлично. Дальше, дальше. У меня грифсы еще есть, кстати. Гоу понизу тебя. А у них просто урон не хватает. У них вообще урон. Блин, никому не нужен, да? Что, подеремся? Да, куда, или не будем? Тут центрики стоят, если что, везде. Просто ну давайте, не... давайте, я про такую... Грифсы нажал. Гоу. Он его вернет сейчас. Ох, да. Че, низ? Да, да, конечно. Да. Давайте ультим джампу удастся. Ну, вайпер это даже. Я думаю, уже зря дайвим так, ребят. Надо отойти. Уже очень нагрел. У меня грифсы сейчас будут, подойдите ко мне. Грифсы нажму. Все, подойдите ко мне, я на топ лечу и... Вас уж оставляю. А чё, Сия? Сия именно тут на файты в меты прям хорошо заходит? Да, да. Ну ты типа героя бывает не догоняешь, тебе либо МС не хватает, либо и плюс не можешь убить. Чё тогда, мне Яшу взять? Или Башер? Наверное, Яшу возьму тогда? Пусть будет. Можешь Ватару затапнуть. Да не, не буду уже. 1500 хп БКБ хватит, наверное. 1600 хп. Главное, Дум отдал он в этот Воего, нормально? Так, сейчас секунду куру не трогайте, хорошо? Я себе шмотки принесу. И погнали. Сейчас. Все, я беру куру. Так, ну я пешочком бегу к вам, до снизу.
Вайпер по слотам пиздец как просел. Леорик, Радик хочет сделать. У них на дефе нету варды здесь, если что. Возможно, тут так есть, мы... потому что там сентряк был. Так мы все на потом пойдем. Я на Че, вы напали? Я в спину иду. Я далековато, конечно. Я пайп нажал. Грифсы дам еще. У меня дом нажал. Хорошо. Блять, урона не попал. Хватает вообще. Хорошо. Лёрик в спине два раза убиваем? Да, да. Хорош. Джи-джи. Но они долго сопротивлялись. КГ, пацаны. Так, ну блядь, ну я сохраню все-таки, я что-то не доверяю Марату, блядь. Он там сейчас что-то сохранит. Все, ну пацаны, погнали. Спасибо за игру. Спасибо, ребят. Давай. От души. Спасибо, да, спасибо. В общем, давай. В общем. Всем пока, я тогда. Давай, давай. Ну, вторая игра получше, видите, как уже совместно с ребятами, уже немножко и поувереннее, и ребята поопытнее, да? Союзники. Один только рак в этой игре, это я. Чувствуется на самом деле такое давление, что не доигрываю прям где-то в каких-то моментах, прям что ли, переосиливаю себя что ли, или на нервозе на каком-то, но в целом... Вот эти первые две игры, ребята, это старт, это начало, дальше будет, возможно, лучше или хуже, посмотрим уже, конечно же, следите за этими играми. Ну и на этом все, эта партия игр у нас заканчивается, спасибо всем, кто посмотрел, поставьте лайк за старание, конечно же, за новый формат, потому что я лиги никогда никакие не играл, я вообще в целом никакие ни турниры никогда не играл, и как бы для меня это прям что-то новое, потому что тут совсем иные игры, игры командные прям, и немножко по-другому тут все играется. Ну и, в принципе, на этом все. С вами был Ксаназис. До скорого.